大连港是中国东北最大的国际性的港口，大连港的港口的吞吐量在世界排在第十位。大连港呢，整个覆盖了东北亚国际航运中心，是整个中国东北走向世界的门户。整个中国东北地区98.5%的以上的进出口的集装箱通过大连港转运。那在整个中国“一带一路”的总体规划中，大连港是整个东北、中国东北唯一纳入中国“一带一路”规划和行动的港口，也是中国连接俄罗斯的国际陆海联运大通道的一个路上的起点。那大连港呢，有优势的国际的航线以及港口的优势资源。那大连港呢，针对整个我们对俄罗斯、欧洲的业务非常看重。那我们目前已经打造了中韩俄国际物流大通道。那这条大通道呢，得到了中国、韩国、俄罗斯三国政府及企业的热烈的响应，那包括日本也希望积极的加入。那在这次展会中呢，我们跟俄铁、Transcontinental、RJD、塔鲁加州啊一些相应的客户进行了广泛的交流，那也达成了很多的这个合作的意向。那我们这条通道呢，未来有更广阔的前景。我们的整个在这条国际陆海联运大通道上，建设新的产品，包括一些类似于冷链、汽车等专项的物流产品。那么我们也希望能够跟俄铁来自俄罗斯的地方政府企业进行多元化的合作，展开更多的两国之间的业务的交流。那么谢谢，下一位。Сталин порт является самым большим портом на северо-восточной Китае и является единственным международным портом на севере Китая. Это является самым важным узлом соединения Кореи, Японии и Юго-Восточной Азии через Сталин порт от Маньчжурии-Забайкальску в Куласю. Наш порт обращает большое внимание на этот маршрут. Мы хотим создать свой маршрут PMR. Вот и наш порт получил поддержку государства Кореи, Японии. Ну, Япония хочет участвовать тоже в наш проект. Мы уже создали проект с Samsung. У нас пока из Кореи через наш порт, а потом через Забайкальск в Калуге. На выставке у нас встреча с Калугой области, с правительством России и также Transcontinental RRD. Мы готовы сотрудничать с местными предприятиями и развивать свои сотрудничества и увеличить объем и принесет удобство местным предприятиям. Еще наш порт у нас короче поддержку. У нас в Китае сейчас политика один поезд, один путь. Вот и мы Сталин порт является единственным портом на севере Китая, получив поддержку государства. И будет являться примером к коридору, к и окно, к Европе и Флазию. Наш порт готов развивать и создать свои новые продукты и привлекает больше клиентов не только из Китая, из Кореи, Японии, Юго-Восточной Азии, через наш порт, а потом в Россию и в Европу. Пока у нас уже свой продукт из Кореи и через наш порт в Калуге и в Европу. Наш порт будет светлее будущее. А Транс-Россия дает нам более возможности встретиться с новым клиентом и дает нам возможность встретиться с старым клиентом, постоянным клиентом. И хорошо познакомиться наши порты с клиентом, и клиент больше узнает наши продукты и наш маршрут. И
И, конечно, я думаю, что у них большой выбор, и в будущем они будут предпочитать через наш порт из Забайкальска в Россию. Наш порт имеет преимущество не только в Китае, но и в мире. Наша пропускная способность в Дании занимает 10-е место в мире. Мы уверены, что у нас есть хорошая перспектива.